Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. До начала учебного года остается меньше месяца, и, как всегда, перед родителями встает вопрос, в чем ввести ребенка в школу. Как подобрать форму так, чтобы было добротно сшито, подчеркивало индивидуальность, а главное, было комфортно для самого ученика. Новую коллекцию школьных нарядов люберецкого производства в преддверии нового учебного года оценил и глава округа Владимир Ружицкий. Принц Уэльский, шотландка, виши, гусиная лапка. Все это разновидности костюмной клетки. В грядущем школьном сезоне она фаворит. Смотрится стильно и в то же время настраивает на рабочий лад, как, впрочем, любая форма. Я даже уверен, что школьная форма должна быть. Потому что человека многие факторы организуют и самоорганизуют. Поэтому вот форма, она придает некий, если хотите, вид школьнику, но школьная форма как бы, ну, обязывает того же человека, молодого человека, школьника, к определенному поведению. Я получил такое, я бы сказал, эстетическое, что ли, удовольствие от того, что очень хорошая такая одежда, добротная, современная, я бы даже сказал, модная. Выглядеть по-деловому, но оставаться индивидуальностью совместимо, считают люберецкие производители школьной формы. Над школьной формой работает целый отдел дизайнеров. А у нас очень интересное решение по школьной форме, она коллекционная. Это говорит о том, что в одной коллекции есть несколько моделей брюк, юбок, сарафанов, жакетов, жилетов, что позволяет сохранить у детей индивидуальность и в то же время сохранить единый стиль класса и школы. При покупке школьной формы важно помнить, что в этой одежде ребенок будет проводить до 8 часов в день. Поэтому главные критерии выбора костюма – правильный размер и высокое качество тканей. Выбирайте форму, состоящую не менее чем наполовину из натуральных материалов. Лучше всего подходит хлопок и лен для осени и весны, шерсть и кашемир для зимы. Не стоит покупать и форму на вырост. Сначала ребенок в ней будет выглядеть несуразно, а потом одежда потеряет вид. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.